Сегодня в меню – яично-масляный соус. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль – по вкусу. Желтки – 2 штуки. Вода – 2 столовые ложки. Лимонный сок – по вкусу. Масло сливочное – 150 грамм. Соус довольно капризен в приготовлении, но если соблюдать все нюансы, у вас непременно получится. Данный соус не хранят, поэтому готовьте его непосредственно перед применением. В состав этого соуса входит большое количество сливочного масла. Поэтому перед приготовлением обязательно учитывайте, что его калорийность будет достаточно велика. Подготовьте все ингредиенты для яично-масляного соуса. Растопите сливочное масло. Можно сделать это, помешивая на небольшом огне или в микроволновке. Желтки соедините с водой в емкости и перемешайте венчиком. Поставьте емкость на водяную баню, вода не должна касаться дна миски с яйцами, и постоянно помешивая на небольшом огне, доведите яичную массу до загустения. Консистенция должна быть как у сметаны. Уберите с огня и сразу же тонкой струйкой влейте сливочное масло, хорошо работая в это время венчиком. Соль и лимонный сок добавьте по вкусу. Соус готов. Перед подачей соус процедите. Соус по этому рецепту получается нежный, маслянистый, с легкой цитрусовой кислинкой. Приготовить яично-масляный соус можно к блюдам из отварной спаржи, в цветной капусте, к рыбе или к яйцам пашот. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!